Купе или кабриолет? А почему бы не оба сразу? Компоновка тарго подразумевает съемную панорамную стеклянную крышу, являющуюся частью кузова машины. В то время как связь с небом стала более прозрачной, связь с дорогой была значительно усилена за счет полного привода. Количество впрыскиваемого в двигатель топлива контролируется электромагнитно. Таким образом, достигается максимальная эффективность и мощность, а двигатель лучше охлаждается. 3,8-литровый силовой агрегат выдает 385 лошадиных сил при 6500 оборотах в минуту. Основой модели послужила 911 Carrera, от которой Targa 4S унаследовала очень низкий коэффициент лобового сопротивления. Автомобиль отличают широкие воздухозаборники, способствующие лучшему охлаждению и добавляющие динамики внешности. Внушительные светодиодные задние фары расположены на крыльях. Их можно различить с первого взгляда, особенно ночью.
Оригинальная Гальярдо – самая успешная модель Lamborghini за всю историю. Всего было продано 7100 машин. Новая Гальярдо LP564 оснащена более мощным двигателем и на 20 кг легче, что означает лучшие характеристики при прочих равных условиях. Тяга также увеличена по сравнению с предшественницей за счет доработок полноприводной трансмиссии, подвески и аэродинамики. Плавные линии низа кузова и задний диффузор прижимают машину к дороге на высоких скоростях. Lamborghini Gallardo LP564 – идеальная машина для того, чтобы проходить повороты быстро. Развесовка, при которой 57% веса приходится на заднюю часть, достигнута за счет продольного расположения двигателя. Отсюда в названии аббревиатура LP – Longitudinale Posteriore. Чтобы отпраздновать последний год производства текущего поколения Dodge Viper, компания Dodge выпустила ограниченную серию из 50 моделей 2010-го Viper SRT10 Final Edition, 18 из которых — роудстеры. Проверенный 8,4-литровый двигатель V10 остается сердцем 2010-го Dodge Viper SRT10. 600 лошадиных сил и 760 ньютон-метра крутящего момента позволяет цифрам тестов разгон до 100 км в час менее чем за 4 секунды и максимальная скорость свыше 350 км в час продолжать доказывать, что эта дорожная машина, созданная вдохновленными гонками-инженерами, по-прежнему не знает компромиссов. Ливрея каждого Viper Final Edition, цвет Graphite Clear Coat и проходящая по центру черная полоса с вкраплениями красного цвета. Черный интерьер также отличается акцентом на красных элементах. Красным же обрамлены некоторые детали и яркие шурупы из нержавеющей стали в консоли центральной панели. Табличка с порядковым номером от 1 до 50 расположена на панели переключения передач чуть выше уникальных салонных ковриков Viper Final Edition. Volante завершает линейку DBS, предоставляя своим владельцам сочетание характеристик знаменитого спортивного автомобиля с возможностью езды с открытым верхом. DBS Volante создан для водителей, желающих ощутить удовольствие от езды на идеально отлаженном спортивном автомобиле в сочетании с бодрящим чувством открытости стихиям. Сочетание предельной мощности и скорости рождает ни с чем не сравнимое удовольствие от езды, будь то короткая прогулка или длительное путешествие. Volante означает «летать», что идеально отражает потенциал и динамику DBS Volante. 16-й кабриолет Aston Martin за 95 лет существования компании DBS Volante является последним воплощением огромного опыта компании в дизайне легендарных Volante. Автомобиль располагает двумя дополнительными сидениями, на которых могут разместиться два человека или дополнительный багаж. В закрытом состоянии крыша создает атмосферу уюта. При нажатии кнопки крыша открывается и исчезает в задней части автомобиля.
Сочетание невероятной мощи и динамики с несравненными ощущениями от езды с открытым верхом. Audi R8 Spider 5.2 FSI Quattro, разработанная совместно с компанией Quattro GmbH, буквально источает мощь. V10 с алюминиевым картером, практически полностью собранный вручную, является продолжением великой гоночной традиции Audi. Система постоянного полного привода Quattro оснащена центральной вязкостной муфтой и распределяет мощность двигателя на все четыре колеса, большей частью на заднюю ось. Боковые панели и широкий кожух, закрывающий отсек для тканевого верха, выполнены из углеродного волокна. Два широких дефлектора со встроенными воздухозаборниками идут до спойлера на крыше и придают профилю двухместного открытого авто мощи и агрессивности. Turbo S кабриолет с первого взгляда узнается 911-я модель Porsche. Покупатели всегда требуют большего. И если говорить о мощности, скорости и динамике, Turbo S кабриолет способен с лихвой превзойти любые ожидания и добавить к ним удовольствие от езды с открытым верхом. В диапазоне 2100-4500 оборотов в минуту развивается крутящий момент в 700 ньютон-метров, на 50 больше, чем в версии Turbo. Автомобиль показывает лучшие за всю историю Porsche цифры по ускорению с места и максимальную скорость почти 320 км в час. Габаритные огни расположены непосредственно над левым и правым воздухозаборниками. Передние воздухозаборники вжимают передние колеса в асфальт. Сзади эту работу выполняет спойлер, автоматически выдвигающийся на скорости 120 км в час. В 1963-м существовало всего 5 гоночных прототипов. В 1996-м было построено более 1000 машин ограниченной серии. Сейчас же каждый может стать причастным к наследию Corvette Grand Sport. Автомобиль оснащен теми же технологическими новшествами, что и Z06, пусть ценник последнего и выше на 15 тысяч долларов. Grand Sport разгоняется до 96 км в час, меньше, чем за 4 секунды, и способен выдерживать нагрузку на шины в повороте в 1G. Двигатель объемом 6,2 литра радует слух звуком классического американского V8. При создании этого автомобиля инженеры черпали вдохновение в спорткарах 60-х. И пусть Grand Sport сочетает широкий кузов Z06, трансмиссию C6 и гоночную подвеску, но он является абсолютно новой моделью. Соблюдайте осторожность.
Hudson Tech.
Передовые технологии на рынке запчастей. При помощи ударно-волнового излучателя армейской конструкции можно вдвое увеличить скорость нанесения ЭМИ ударов. Super Snake – пакет, предлагаемый Shelby для улучшения характеристик и внешнего вида Ford Shelby GT500, в который включено все, что нужно сумасшедшему масл-кару. Компрессор Уиппл увеличивает степень сжатия на 1 атмосферу, вследствие чего эффективная мощность 5,4-литрового V8 поднимается с 550 лошадиных сил при 6500 оборотов в минуту до 750 лошадиных сил при 6200 оборотов в минуту. При условии, что водитель справится со всей этой дополнительной мощью, он пройдет четверть мили с места ровно за 12 секунд со скоростью 193 км в час на финише. Капот теперь представляет собой гигантский воздухозаборник, задача которого — вогнать в нагнетатель как можно больше воздуха. Кроме того, используется большой передний карбоновый сплиттер, прижимающий передние колеса к земле при прохождении поворотов на ускорении.